Всем привет! У нас опять потепление. Я не знаю, тепло. В принципе, я вышла в одном спортивном костюме. И сейчас покажу, что я делаю. Смотри, какое солнышко светит. Ой, кто-то такие, я думаю, те воняют дымом. Кто-то у нас костры палит. Покажу, чем я занимаюсь. Дальше будет у нас с вами распаковка одного косметического средства. Поговорим с вами про парфюм дня, который я сейчас в нем просто наслаждаюсь. И также покажу парфюм, который я не носила давно и который меня опять удивил, опять в себя влюбил. И я, честно говоря, признаюсь, долго его не носила. В общем, обо всем по порядку показываю. Что... Я стригу траву, несмотря на октябрь, даже уже его конец. Я так понимаю, дети учатся до 25-го и будут каникулы. Никита сегодня сильно-сильно обрадовался, что, оказывается, немножко осталось для каникул. Травка растет. Вот. Яша мне помогает. Тёма мне помогает. Заниматься домашним хозяйством. Немножко времени. Что это за такая Буся? Это что за такая? Ой-ой-ой. Что за два озорника? Надо мне успеть подстричь травку. И Ники, фу-фу, ой, божечки, и что-то тут поубирать в траве. В общем, занимаюсь домашними своими делами. Я обмолвилась про парфюм дня, который я сегодня провожу в этот прекрасный тепленький денек. Это Loewe Solo Ella в туалетной воде. Посмотрите, сколько я сносила. Признаюсь честно, я давно не носила этот аромат. Он был у меня, знаете, в фаворитах лета, можно сказать. Как-то, знаете, я его отставила подальше. А тут такой солнечный погожий денек, и мне рука потянулась к этой, в общем, оранжевой радости. Потрясающей красоты флакон. Красиво так делает Loewe. Смотрите, вот эти крышечки деревянные. Потрясающие. Как же мне сегодня он поднимает настроение. Здоровский аромат. Вот он правда такой парфюм, подниматель настроения. Я здесь слышу фрукты классные такие, экзотические. Точно так же здесь слышу какой-то вот цитрусовый. И апельсинчик, и мандаринчик. И вот оно такое все шершавенькое. Здесь, с одной стороны, парфюм очень уникальный. Он классный, но немного в нем отголоски. Здесь есть цветочный блок, и я здесь слышу немножечко флёр-наркотик. Только без тех царапающих нот, которые флёр-наркотик я не выношу. Немножко есть от флёр-наркотик. И такая сладость. Вот это фрукты, цветы, апельсинки, мандаринки. И сладость, знаете, какая здесь шикарная? Петушка на палочке. Бакаринность неявная, но вот иногда такое что-то здесь проскальзывает. Классный парфюм. Несмотря на то, что, видите, я даже два парфюма упомянула, с которыми я сравниваю его, он самобытный. Все-таки он самобытный. Вот когда хочется резко поднять настроение, он подходит шикарно. Так, пока не забыла. Я хочу сказать, что я давно не носила свою любимую Divine от Jean-Paul Gaultier. И я тут, знаете, недавно нанесла на себя этот аромат. Вот почему я говорю, что я влюбилась в него вновь. Немного отставила его, потому что, ну, знаете, немного похолодало. Когда смена сезонов перешла, я, знаете, стала ближе себе вот давать такие сладкие гурманские ароматы по типу Dolce Gabbana. Как тебя зовут? Забыла. Как ты называешься? Devotion? Да, Devotion. Господи, я что, замнулась. Divine и Devotion. Мне немножечко перемкнуло. Devotion. Классная ваниль, такая специевая, с алкоголем, с ромом. Вот переключилась на такие парфюмы, знаете, они прям такие гурманско-согревающие, для осени шикарно. Также я активно использую, видите, видно даже, Yves Saint Laurent Intense, тоже вот он такой осенний, красивый, обожаю. И вот видите, все равно мою любимицу Divine я отставила немного подальше. И тут я нанесла этот аромат. Послушайте, я теперь им только сейчас. Пару дней я им пользуюсь. Это такая прекрасная история. Вот я нанесла на свитшот его.
И одевая этот свитшот на следующий день, я просто, ну боже мой, ну какая свежесть. Я услышала в отголосках уже такую свежую дынь. Здесь классный такой арбуз, молекула вот эта, которая придает, знаете, какой-то морские ноты. Не то, что это море или как песок, это просто свежесть морского бриза. Вот, я вам показала, что опять я Жан-Поль Готье Дивайн подношу поближе. Роскошный аромат. Он такой шлейфовый, прекрасный. Не могу вам передать. И, кстати, знаете, что я осенью предпочитаю носить помадные ароматы. Вот это я сейчас в сумочку положу. Это сейчас Назеем Марджайн Ойл. Ну, это липстик роуз от, можно сказать, Фредерика Маля. Только лучше. Просто помада стойкая, шикарная. И вот помадные ароматы сейчас в ходу. Вот. И я достала, это не на этой полочке, достала я Нарциссо Родригес, красный кубик. У меня здесь стоит туалетная вода в фухе. А на другой полочке у меня красный кубик. Тоже я им сейчас с удовольствием пользуюсь. Напишите, пожалуйста, ваши любимые пудрово-помадные ароматы. Какие вы любите? Мне это будет очень интересно, потому что направление я такое, вот в данный момент времени мне очень-очень нравится. Яша, ты хочешь коробочку? Да? Яшуль, ты хочешь коробочку? Да, все, не кричи. Тихо-тихо, все. Яша, пожалуйста. Яша, сейчас я дам тебе коробочку. У нас распаковочка с вами. Ой, сейчас. Распаковочка, распаковочка. Взяла такие маленькие ножницы. О, все. Сейчас мы Яше отдаем коробку. На, Яша, пожалуйста. Все, Яша ускакал счастливый с коробочкой. А мы с вами смотрим мою покупку. Рассказываю. Блеск ламель. Это такой тинт. Нынче сейчас модного цвета. Сейчас распакуем, все покажу. Так, показываю, сколько стоил этот блеск. Смотрите, он стоил мне 239 гривен. Заказывала я на мейкапе. Яша уже с этим мейкапом коробочку грызет. Ну что, давайте распакуем блеск. Яша! Вам, наверное, громко он там шуршит. Ну, сори. Я этот блеск прослышала про него, что он очень популярный. У Ламель. У Ламель вообще вот эта серия, которая была с такая, знаете, зелененькая, с красным такими, вот это все фломастеры, помады, они все у них очень удачные. Это все лимитированные вещи. Вот этот не знаю, постоянный или нет. И вот именно этот оттенок, сейчас 403, является очень большим дефицитом, за ним гоняются. И вот смотрю, я подписана на Диану Суворову в Инстаграм, и она вот говорит, ура, наконец-то этот блеск появился на мейкап. Ну, и я тут же заказала. Не знаю, как сейчас обстановка. Во-первых, я его не пробовала, я даже не могу вам его хвалить или не хвалить. Давайте смотреть, что это за цвет. Вы же видите, что это такой модный, современный цвет. Смотрите, какой. Такой шоколадно-бургунди. Сейчас я попробую включить другой. Дубль номер 2. Сейчас я, наверное, еще вот здесь нарисую. Выключила я такие подсвечивающие, значит, фильтры. Вот так вот рисует этот блеск. Мы сейчас, конечно же, пройдем, попробуем это на губах сделать. Он такой прозрачный. Если наложить его в два слоя, он будет немножко темнее. Модный такой, знаете, как коричневый, с фиолетевинкой, немножко сливового. И это тинт, то есть он, если этот как бы блеск съедается, то вот видите, сейчас, ну, он еще как бы не, давайте здесь, вот съедается, видите, блеск, а цвет на губах остается. Вот, сейчас пойдем с вами пробовать краситься, как это выглядит на губах. Вот. Еще раз повторю,
403 оттенок. Ламель. Так, ну что же, пришли с вами в ванну. Но я обнаружила, что у меня сегодня целый день. Я накрасила помаду утром. И вот до сих пор помада моя держится. Это, кстати, тоже хочу вам ее показать. Это Ламель. Вот так вот она выглядит. Тоже помада. Именно этот оттенок. Оттенок у меня здесь 402. Это помада. Сейчас я вам скажу. Давайте я вот покажу. Вы можете прочитать. Видите? Power Drop. Что-то там. Она в черной такой упаковке. Вот ее свотч. Она немножко на камере выглядит рыжее. Коричнево. Такая холодная. Сейчас я попробую другой фильтр включить. Нашла я такой холодный фильтр себе. Но вот, наверное, вот это как-то ближе всего. Помада. Она матовая. Но у нее такой бархатный, велюровый финиш. Она вообще не стягивает губы. Она, как вам сказать, вы видите, она целый день стойка, но она не водостойка. То есть я ее сейчас, видите, так вот спокойно вытру, она уходит с губ. Ну как-то, я даже сегодня сделала себе обед, пообедала, и видите, с ней ничего не случилось. Но при этом она, можно сказать, не стойка. Все, эту Ламель показала. А сейчас я вытру губы, цвет прошлый, и покажу вам вот это чудо-средство. Это такое, знаете, венье чего-то нового. Сейчас это просто хит. Все марки выпускают подобные тинты. Такого баклажанного коричневого оттенка. Прозрачного, такой фиолетевиночка. В общем, сейчас будем с вами пробовать. Так, вытерла губы. Я немножко припудрила. Смотрите, с кем мы с вами будем краситься. Тут у нас еще Бубочка. Второй просится. Яша, ты тоже сюда хочешь? В общем, Тёма попросился ко мне. Будете знать, что... Меня... Ты тоже хочешь? Сюда. Так, лишь бы поприставать. Ну что, поехали, давайте. Тинт. Я знаю, его лучше наносить, я так понимаю, в один слой. Пахнет он такой, знаете, чернильной ручкой, которая... В каких же годах она была? В 90-х. Мы красили. Она обычная была синяя-фиолетовая. Яша, синяя-фиолетовая, но вот она пахла как-то так ягодно. Сейчас таких ручек, я не сталкиваюсь. Ну что, поехали. Может быть, надо под нее было контурный карандаш? Тягочка, красавчик пришел. Собаки. Ой, слушайте, в жизни неплохо. Яшечка. Смотрите, как красиво. Яша, тихо. Ну что такое? Где ты? Что, Яш? Ты хочешь к Тёме? Ну что? Так, не шатаемся. Иди сюда. Это Яша кушать просто хочет. А я варю им мяско. Давай, иди сюда. Пушечки. Идём. Давай, залазь. Ну что? Смотрите. Нравится или нет? Лично у меня эффект, вот я смотрю в зеркало, будто бы я объелась ежевики. У нас, кстати, есть ежевика.
Знаете, что он рычит? Потому что его Яша подпирает, ему обидно, что не только один он тут. Тебя видно, да? Чтоб тебя не подпирали? Все, сидите. Такое впечатление, что я объелась ежевики. У нас такая мелкая ежевика, я иногда вот ее собираю. Она, кстати, и ладошку красит. Видите, это я сняла этот тинт, и ладошка осталась у меня накрашена. Точно так же и губы. Покажу немножко близко, ближе. Ощущение, я думала, это будет как блеск. Нет, по ощущениям это как... Это необычная такая консистенция. Знаете, как будто такой блеск, только он почему-то чуть-чуть присох. Не, совершенно не лип, ну, не жирный, он не выглядит жирным, но при этом немножечко вот так вот пружинит. Ну, возможно, это еще такой эффект зацелованных губ получается. Ну, в общем... Можете заценить сами, что нынче вот блогеры хайпят. Вот такой вот ламель в оттенке 403. Пишите, нравится вам такой эффект или нет. По отзывам пишут, что он недолго держится. Но я первый раз его нанесла, поэтому посмотрим с вами. Собаки смешные. Посмотрим с вами, как долго он будет держаться, этот блеск. В принципе, на губах очень комфортно. Говорят, что он на вкус немножко горький. Я никогда помаду я не ем, но она, правда, немножко такая... Ой, зачем я это сделала? Немножко горьковатая на вкус. Никогда помады на вкус я не проверяю. Это не надо было. Зачем такие люди отзывы пишут, я не понимаю. Ну, неплохо. В принципе, неплохо. Ревнивые собаки. Одного возьмешь, второй жалуется. Одного возьмешь, Яша на меня плохо смотрит. Тёма, у меня горький блеск. Пишите, как вам. Перед нами посылка, и я только что с новой почты забрала посылочку от Леночки. Леночка в Инстаграме, боже мой, что это такое? Лена в Инстаграме мне написала, что хочет выслать мне от Леванты, чтобы я попробовала какие-то парфюмы, которые, скажите мне, она носит. В общем, я не пойму, что здесь такое. Еду сейчас за Никитой, и у меня будет немножко время. Может быть, даже в машине с вами распакуем, хотя бы бегло посмотрим, что здесь есть. Всегда говорю, я настолько тронута таким вот отношением, просто невероятно. Как мне приятно, когда эта Леночка наша, по-моему, она, если я не ошибаюсь, Леночка живет в Тернополе, моя подписчица. Очень часто мы общаемся, и знаете, как бы, еще раз повторю, YouTube, Instagram, наша общая тема «Увлеченность в парфюмерии» дает нам возможность общаться, и могу назвать таких девчонок своими парфюмерными подругами. Очень приятно мне. Во-первых, это всегда возможность познакомиться с новыми ароматами. В общем, сейчас приеду, буду уже возле Никиту возле школы ждать, чтобы не прозевать. Все с вами распакуем. Леночка, спасибо огромное. Ну что, поехали. Раскрыла я эту пупырочку. Смотрите, что здесь оказалось. Во-первых, остаточек такой во флакончике. Джо Малон. Класс, как он называется? Девочки, смотрите. Паппи какой-то, да? Это в черных бутылочках, очень интересных. Так, дальше. Это у нас Труссарди. Вот так называется этот аромат. По-моему, это тоже, да, в черных бутылочках. Здесь пробничек. Очень интересно. Ой, класс! Смотрите, Мансера Фиг Экстази. Всегда хотела его попробовать. Одно время даже хотела заказать вслепую. Так, что здесь у нас? Tom Ford Noir Extreme.
Это просто роскошь, девочки. Это вот эта, которая мужская версия, не снятая с производства. Всегда мечтала ее попробовать, потому что очень люблю Нуар Пурфем. И он снят с производства. И я вот все думаю, можно ли заменить его на этот. Это мы с вами сравним. Так, когда я вдохнула этот аромат, сразу сказала, что, ой, что такое, знаете, такое пушисто-кремовое женственное. И когда стала вглядываться, что же это за парфюм, это у нас Givenchy. Да? Irresistible. Да, Irresistible. Ну, чувствуется почерк, я ничуть не удивилась. Но, конечно, это я только когда вот сняла крышечку. А, такие милые флакошики вот эти маленькие, это вообще, гляньте. Красивейшие отливантики. Смотрите, какая красота. Что тут у нас? Это Лалик. Интемпорал. В общем, это надо будет посмотреть на фрагрантики, как это называется, этот парфюм. Обалдеть! Вы видите здесь парфюмом на целое видео. Вот. А я хочу, знаете, сейчас фиги нанести, пока буду сидеть. Ой, простите за этот звук. Что здесь такого за красота какая-то? Не могу понять. Что это такое? Латафа. Вау, девочки, здесь целый остаток во флаконе. Боже, какая тяжеленная бутылка. Нет, все, я Латафу сейчас буду пробовать. Ай, обалдеть. Что это за аромат такой? Знаете, чем мне запахло? Какой-то кожей. Кожей? Кожей из замши. Вот прямо от этой бутылочки пахнет. В общем, сейчас с этой Латафы и начнем. Я даже не имею представления, что это такое. Бутыль красивенный и тяжеленный. Он снимается, нет? В общем, все, сейчас буду я разбираться, чтобы не сломать флакон. Крышка. Ага, слышу. Вот так это снимается. Крышка красивенная, тяжелая такая, железная, со змеей такой красивой. Вот это да. И здесь у нас вот такой вот оказывается аромат. Ой, какой запах, слушайте, запах одуренный. Немного слышу замши, каких-то цветов. И мне этот аромат определенно что-то напоминает. В общем, сейчас его нанесу. Пока сижу, Никиту жду. Буду слушать этот парфюм. Я хочу сказать, слушайте, я к Латафе относилась немного предвзято. Вижу, девчонки покупают ароматы. Я побаиваюсь арабов, скажу честно. И я знаю, там есть и подороже линейки. Вот этот флакон выглядит очень дорого. Такое тяжелое стекло. Можете заценить. Посмотрите, какой пульвик классный. Очень качественно все сделано. Лен, шикарный. Смотрите, шикарный остаточек во флаконе. Просто. Вот обожаю такие остатки. Этим можно пользоваться еще, как говорится, очень долго. Так это называется. Классно. Все, Леночка, спасибо большое. Сейчас все буду. Сейчас, во-первых, тебе отпишусь. Поблагодарю тебя лично. В Инстаграме буду наносить эту латафочку. Так, я сейчас буду рассказывать про этот аромат. Знаете, считайте, что это будет проба вслепую. Во-первых, ни разу я не видела этот аромат. Шикарная коробка. Смотрите, как называется. Латафа Мусамам. Первое слово вообще не могу прочитать. И вот это называется White Intense. Я когда доставала коробочку, ну не знаю, у него, сейчас, секунду, у него вот это вот изголовье этой крышечки пахло реально кожей, замшей. Я сейчас вот вдыхаю, я замши не слышу вообще здесь совершенно. Какие-то такие минеральные ноты. И он какой-то свежий, здесь фрукты есть. Ну что, я разнюхиваю все этот парфюм, вот эту Латафу. Как она меня зацепила. Я уже второй раз брызнула. Понятно, что парфюм с дороги, нужно ему немножко постоять. Я специально, это, знаете, слепой затест называется. Я специально не смотрела на фрагрантику. Я, во-первых, не знаю, что это за парфюм. Но я вам хочу сказать, если бы этот аромат, так как и у меня сейчас происходит, попался мне в слепом затесте, знаете, что бы я первое сказала?
что это звучит очень дорого. Это звучит не по-люксовому, это однозначно ниша. И вот считайте, что для меня это слепой затес, вижу аромат этот впервые. Мне пахнет это, напоминает стиль, манера парфюмерии Ксержов. Я долго сидела, мучилась, мне пришлось даже поискать, загуглить, какой Ксержов я имела в виду, потому что забыла, как он называется. Мне он напоминает Ксержов Симфония. Мне когда-то присылали мне девчонки тоже так на попробовать фирменный пробник Симфонии. Там похожее звучание. Я здесь слышу немного фруктов, фруктово такое гурманское звучание. Я здесь слышу шоколад, немного какой-то ромовости. Здесь есть однозначно какие-то алкогольные ноты. Он так сложно сделан, этот аромат. Гурманско-цветочно-фруктовый. И для меня большая радость, что здесь нет амбра-деревяшек. Совершенно я не слышу, потому что именно поэтому я уже вам рассказывала, что у меня предвзятое отношение к арабам. Именно не из-за того, что арабское звучание. Именно, что очень часто они делают свою основу на амброцианиде. То есть это звучит, многие называют это мускусом, кирки. Это не мускус, это именно амбра-дерево. Вот это такой материал, который иногда его немножечко... Боже, как это красиво звучит. Тогда это еще можно переносить. Например, у меня я могу переносить вот этот амброцианид в Мансера Instant Crush. Там он есть. Но я, вот как-то мне нравится. Там такая, знаете, как шершавинка звучит. Он такой здорово. Здесь этого нет совершенно. В общем, еду я, разнюхиваю. Аромат потрясающий. Мне очень понравился. Немножко он все-таки на амбродереве, но совсем чуть-чуть. Сейчас он мне стал напоминать не только парфюм вот этот Симфониум от Ксержов, а стал напоминать еще что-то, вот это, знаете, Каджал, что-то из этого бренда. В общем, он такой фруктово с шоколадом. Может быть, немножко здесь есть что-то, скажите мне, алкогольного. Ну вот он, знаете, такой фруктово-мускусный. Сейчас он мне уже и каджал напоминает. В общем, сейчас доеду домой, посмотрю, что в пирамиде. Пока по слепому затесту это все. Он очень шлейфовый, очень стойкий. Очень стойкий. И шлейфовый. Я только что заходила на заправку, то я прям обалдела, что это от меня так пахнет. Представляете, я два пшика нанесла на руку. Ну, что-то шоколадное здесь есть. Возможно, знаете, как какао, что-то. Идет со школы, тащит мамины покупочки. Короче, меня только что осенило, чем же это все-таки пахнет. Представляете, я уже ворота открывала, думаю, стрельнула. Все-таки это все равно похоже на Ксержов. Но только теперь мне это пахнет Рус Дель Сур 2. Вот теперь мне пахнет этим. Высшие такие явные фрукты, знаете, что-то такое тропическое, манго, ананас, очень красивый парфюм, но амбра дерево есть, но оно такое терпимое, не шершавое, не кирков, не кирки. В общем, я все, что могла о нем сказала, ветряная тревога, мы пошли в укрытие, сейчас гляну я, что это... С чем его сравниваешь, какие ноты, и мы с вами еще увидимся. Видите, зацепил меня так этот парфюм. Все. Прибежали со школы. Никита голодный, я быстро делаю ему отбивную. Яшечка тоже. Сейчас буду всех кормить, в общем. Собаки голодные, дети голодные. Делаю отбивнушку, хочу показать вам. Я купила вот этот перец лимонный. Что там такое? Что кричим? Ну все, все, Яша, не ругайся. Перец лимонный. Очень, Яшечка, вкусный. Очень вкусный перчик просто. Я так немножечко его... Прям с частичками лимончика. Когда получается вот отбивнушка в мяско я добавляю, очень вкусно получается. Все, обмакиваю я сейчас в яичко. Немножко я, конечно, уже посолила. Я не ложу много соли, потому что
Никита не любит, когда сильно соленая. Мы... Так, Яша, на тебе кусочек. Яша, это осталось. Панировочные сухарики. Никита у меня любит только так отбивную. Я себе делаю просто в яичке, а ему нравится вот с панировочкой. Даже я такую ему двойную устрою панировочку. Вот. Курочка сочная такая получается. Я взяла, сейчас вам покажу, вот такое вот филе бедра. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Это все на сковородочку. Так, немножко делаем больше огонечек. Все, приправку вкусную показала. Так, также хочу вам показать, смотрите, какую купила я горчицу. Манго, абрикос. В общем, сейчас Никита будет тестировать. Мне показалось, это оригинально. Я вообще обожаю горчицу. Люблю ее. Для меня это такой, знаете, наверное, единственный соус. Может быть, еще терияки, который я люблю. Вот, манго-абрикос. Купила в АТБ. И он, кстати, не острый. Видите, не острый. Ароматный и сладкий. Смотрите. Какую курточку я себе взяла. В общем, Остапа понесло на коричневое. Вообще, честно говоря, не сильно люблю я этот цвет. Но, не знаю, почему-то я поддалась вот в этом году на венье моды. Знаете, может быть, это из-за того, что хочется какой-то новизны, чем-то себя порадовать, может быть, просто, знаете, как восстановить такое как бы вот душевное состояние. Все мы, девочки, такие, когда нам из-за покупочек чего-то новенького выглядит, там, в тренде, может, более современно, наверное, из этой области нам доставляет это удовольствие. Поэтому я вот взяла себе такую курточку. Сейчас я надену, да, и покажу, как я в ней смотрюсь. Ну что, показываю, как эта курточка выглядит на мне. Она такая с капюшончиком. Яша подсматривает. С капюшончиком. Яша, я никуда не ухожу. Переживает, что я куда-то соберусь. Капюшон классно. Мне нравится, потому что зимы у нас довольно-таки, вы знаете, такие потепление к нам пришло глобально. Зимы часто даже не снежные, а дождливые. Для меня это важно, чтобы можно было капюшончиком всегда от мороси прикрыться. Вот, она довольно-таки объемная, ну, европейская зима, не сильно она такая плотная, но и не вот такая на легкую прохладу, на европейскую зиму. Вот, классная длина. И смотрите, то, что я говорила, вот такой коричневый сложный цвет, который особо никого не украшает, признаюсь честно. Но в портретной зоне у лица я, вот видите, использую такой прием, как светлое, такое слоновое костюм, молочный костюмчик. И видите, совсем этот коричневый не грузит, нежели был, хотя и неплохо, да, если бы был бы он чисто коричневый у лица. Я использовала, видите, продлила образ светлым. Здорово смотрится. В принципе, приятная цветовая гамма, палитра. Сюда я бы вот взяла такую сумочку, мою любимую лукошко такое плетеное. Тоже, видите, как оно практически цвета все такие пересекаются, монохромный образ получается за счет таких, знаете, рядом стоящих приятных цветов. Получается очень довольно-таки такая приятная, прям вкусненькая такая картинка. Назовем это так. Ну, мне лично очень нравится. Так, покажу вам парфюм дня. Куртку я примеряю. Яша, я никуда не ухожу. Никуда я не ухожу. Парфюм дня. Я уже убегала сегодня. Никиту отвезла в школу. Я выбрала сегодня Loewe 001 Woman. Парфюмерная вода. Боже мой, какой классный, шикарный этот парфюм. Он сандаловый, но сандал, знаете, с таким сандал с кокосом. Ой, какой же он прекрасный. Сейчас я открою. Здесь такая классная деревянная крышечка. Обалденный парфюм, гляньте. Аббревиатура Loewe. Парфюм, сейчас. Когда хочется пахнуть нежной роскошью, можно так это назвать.
Он сладковатый, древесный, сандаловый. Вот это кокосовое придает какой-то такой мягкой округлости. Парфюм шикарный. Я бы назвала его даже в какой-то мере сексуальной. Но такая, знаете, сексуальная такая мягкость. Мягкость лапок кошечки. Очень он такой деликатный, приятный, безумно такой, знаете, женственным. Я бы не то, что его отнесла к женству, это однозначно унисекс. Но он такой какой-то вот самонежный, сама какая-то мягкость. Ну, вот как-то ассоциируется у меня действительно вот такими с подушечками кошечки, которая так немножечко так подбирается. Парфюм шикарнейший. Сейчас, кстати, классное время для сандала. Сандаловые ароматы очень красиво звучат осенью, теплой и прохладной особенно, поэтому сандаловые ароматы я пододвигаю всегда поближе. Ой, я вот брызнула, просто роскошный парфюм, просто роскошный. Это такой, с одной стороны, нюд, а с другой стороны, да, его можно использовать на каждый день. Очень женственный, классный аромат. Все, покупочки показала, девочки. Ну, бывают такие, знаете, хочется какого-то нового черного. В этом сезоне новый черный – это коричневый. Вот. Ну и настроение сразу поднимается. Не знаю, у меня так с детства. Какую-то покупку сделаю, а у меня настроение сразу лучше. Как у вас с этим? Расскажите мне, поднимается настроение или нет? Когда что-то новенькое себе, радуете себя какими-то обновочками. Все, ой, аж жарко стало. Ну что, я глянула на фрагрантику. Я просто улыбнулась, я просто начала хохотать. Ну, во-первых, стукнула себе по лбу, сказала, ну да, ну конечно же. В общем, это как бы считается очень похоже. Меня потом просто осенило. Ну да, конечно, на парфюм БДК Грис Шарнель. Представляете, здесь никаких нету фруктов. Это сандалово-кокосовый. Вот, ну, не знаю, мне эту тропические вот эти фрукты давали, видимо, сандал с кокосовым таким отливом. Конечно же, он похож очень на Грис Шарнель. Удивительно, когда ты пробуешь аромат вслепую. Но, вы знаете, какао здесь заявлено. Все-таки вот какао-ноты я слышала. Шоколад, да, я потом сказала, и какао это пахнет. Все-таки это есть. И вот замша тоже здесь присутствует. Ну, как и в Грис Шарнель тоже это есть. Мне очень нравится. Гляньте, сколько у меня остаточек во флаконе. Классный парфюм. Я более подробно, я еще, во-первых, буду разнашивать его после дороги. Знаете, как бывает, еще парфюму надо отстояться. Я буду рассказывать это, конечно, я сделаю отдельное видео вот с вот этими отливантами. Я здесь уже, знаете, что нанесла? Вот эту собачку Труссарди. Мне уже есть мнение о нем. Как он называется? Сейчас, господи. Сейчас. Нолло, да? District of Nolo. Есть мнение о нем. Брызнула только что я Том Форд. Надо еще разносить этот Том Форд. Нет, это Лолита, вот где у нас Том Форд. Надо его еще разносить. Это который у нас мужской. Буду сравнивать, похож он на женский или нет. Или с нюансами. В общем, это будет у меня отдельное видео. Точно так же в отдельном видео я про парфюмерного расскажу уже окончательно. Окончательный вердикт этому парфюму, что я о нем думаю. Ой, бутылка такая очень тяжелая. Так, уже, наверное, сколько, полседьмого. Вот, а мы решили только ужинать. Показываю вам ужин. Салат, листья салата, помидорчик и перец болгарский с моей фирменной заправкой, оливковое масло, бальзамический уксус и соус терияки. Я, наверное, добавлю немножко фету сюда сейчас. И я вот так вот оттушила курочку. Сейчас вам покажу мой любимый рецепт. Курочку, это филе бедра. Я немножечко отбила, присолила, добавила. Я вам уже показывала, кстати, обалденная приправа. Так, так, так. Вот этот
лимонный перец. Ну, просто настолько придает такой пикантный лимонный вкус перчику. И он такой, знаете, не ядреный. Очень, можно сказать, ароматный. Прекрасное сочетание лимона и курочки, мяска. Вот, все это я оттушила одну сторону, вторую, просто на оливковом масле. Вот, далее я добавила сюда рубленый шпинат, он растопился, и буквально добавила парочку столовых ложек сметаны. И бросила туда уже перчик и накрыла крышечкой. Все, на этом я выключила. Сметанка закипела, я выключила. Боже мой, это очень вкусно. Невероятно красивый вкус. Прям честно, красивый вкус. Пальчики оближешь, шикарно. Вот эта подливка, это отдельное удовольствие. Шпината довольно-таки много. В общем, это мое любимое приготовление курочки. Так, иду, а тут такая розочка у нас зацвела. Ну как я могу пройти мимо такой красоты? Ой, как она пахнет. А здесь еще такая розовенькая. Красивая. Ой, красота. А пахнет? Очень пахнет. Всех благодарю за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео понравилось. Мы с Никитосом приехали со школы. В общем, скоро будет парфюмерное видео. Обязательно подписывайтесь. И мы с вами, я надеюсь, очень скоро увидимся. Хороших вам выходных! Say what you wanna say to me now. I wanna wake up.